Продолжаем выпуск. Состояние 5-летнего мальчика, пострадавшего в жутком ДТП в Алматы, оценивают как крайне тяжелое. Сейчас он в реанимации, и за его жизнь борются врачи, сообщили в Центре детской неотложной медпомощи. Страшная авария произошла на одной из центральных улиц мегаполиса в минувший понедельник. Мотоциклист на высокой скорости сбил двух человек – женщину и ребенка. Репортаж с комментариями очевидцев и врачей к эфиру подготовила Рамина Мирзалимова. Здесь жесткая авария, прям на Новой площади. Ребенок там маленький. Не, очевидец за кадром едва сдерживает эмоции. На видео люди пытаются помочь пострадавшим и дожидаются приезда скорой. Женщина лежит на земле и кричит от боли. Ее практически сразу же госпитализировали, но спасти не смогли. Она умерла в отделении реанимации. Ребенок выжил. А вот мотоциклист, совершивший наезд, сейчас в больнице. Его состояние стабильное. ДТП произошло поздним вечером здесь, на площади Республики. По словам полицейских, мотоциклист ехал в западном направлении. В это время дорогу, как говорят очевидцы, в неположенном месте переходили двое. Мотоциклист не успел затормозить и совершил наезд на пешеходов. В результате удара малыша откинуло примерно на 3-4 метра. 5-летнего мальчика с множественными травмами экстренно доставили в Центр детской неотложной помощи. В первый же день ребенку сделали операцию. Предстоит еще несколько хирургических вмешательств. Политравма, открыта черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб грудной клетки, ушиб брюшной полости органов, перелом плеча, правой руки. Произведена операция по поводу разрыва печени. Состояние остается крайне тяжелым. Жители близлежащих домов, расположенных по улице Сатпаева, признаются, что нередко видят, как люди переходят дорогу в неположенном месте. Пешеходы предпочитают быстрее перебежать проезжую часть, чем идти до пешеходного перехода, недоумевают горожане. Да, видел страшное видео в соцсетях. Конечно, ужасный фактор. Прошу людей быть бдительны на дорогах. Переходить в положенных местах. Вот часто вижу, когда родители переходят с детьми и переходят в неположенном месте. Вот даже буквально сегодня я видела, как даже на самокате едет взрослый человек по проезжей части, у него ребенок рядом. Это могут избить. В департаменте полиции заявили, что на мотоциклиста завели уголовное дело. По данным правоохранителей, судить водителя будут по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». За это предусмотрено до 5 лет лишения свободы. Водитель 62-го года рождения, проживающий в Алматы, управляя мотоциклом Duke Black, следуя по улице Сатпаева в западном направлении напротив здания номер 4, площадь Республики, допустил наезд на двух пешеходов 76-го и несовершеннолетнего 2015-го года рождения, который пересекали проезжую часть улицы Сатпаева в северном направлении, в неположенном месте. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Начато следствие. Согласно данным МВД, с начала года в Алматы произошло больше 1500 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего погибло 25 человек. Рамина Мирзалимова, Арсен Сандыбаев, Мира Мисабеков, телеканал Алматы.